И снова привет, продолжаем. У нас, получается, сегодня доступно еще два испытания. Первое, это, конечно, связано с триллион украшений, не знаю, так называется оно. По легенде, это боевая машина, оставленная и уничтоженная народом. Их можно встретить по всему Тейвату. Хранители, пусты... И что вы хотите, чтобы я... Что? По подсказкам, что ли? Ну, это, честно, это вот это не... Это... Ой, ладно, поехали. Хорошо, хотите? Без проблем. Где этих машин можно взять? Смотрите, по всему Тейвату. Где их можно найти-то? Это сейчас летать, искать. Это в пустыне, безусловно. Это Фонтейн, это Сумеру пустыня. Скорее всего, это у нас... может быть, это что это Инадзума, ребят? Как вы думаете, в Инадзуме могут такие быть существа? Пустыне. Ну давайте, ладно, давайте в пустыне заберем сначала. Где эти штуки летают? По-моему, где-то... Да, вот здесь, я думаю. Давайте с этого телепорта. Я надеюсь, было видно, если что. Не уверен, конечно, но... Там какая-нибудь такая похожая штуковина летает. О, третьего я знаю, где найти. О, смотрите, вообще реально угадал. Еще раз показываю. Показываю, смотрите. Вот телепорт. Это цифра номер 2. Вот туда же их две штуки. И он... Подожди, а нужно было двух, что ли, уничтожить? Нифига себе, дайте посмотреть. А, двух надо было реально победить. Победить руинных механизмов три вида и победить... А, там три вида. Победите трех меков. Ну, меки, короче... Так, я знаю, где их взять. Самый лучший... Это Фонтейн, это 100% Фонтейн. Давайте вот сюда прям идем. Там один бегает где-то, это 100%. Так, еще меков можно найти. Ну, руинные механизмы, они же... Ну, там вот они, смотрите. Там без разницы кого, даже собак можно, скорее всего. И тоже будет засчитано. Руинные механизмы, ну, они в Сумеру тоже бывают, да, по-моему? Вот смотрите. Оп. Да, считают. Реально считают. Так, нужны еще собаки. Нужны еще собаки, давайте посмотрим. Они, может быть, здесь где-то поблизости. Да, вот смотрите, есть. А, этот вид не считается, как я понимаю, да? Смотрите. О, собака не считается. Вот это было неожиданно. Так, ладно, хорошо. Если не считается, я тогда предлагаю, знаете, куда лететь? Вот сюда. Вот этого, по-моему, мы не уничтожали. Дайте посмотрим. Засчитали, нет? А, это тоже не он. Ладно, хорошо. Тогда есть еще альтернативный путь. Давайте тогда вот сюда летим. Там есть женщина-робот. Поехали. О, вот, смотрите, вот эти механизмы, они другой вид имеют 100%. Ну, это 100%, ребят, смотрите. Да, есть. Если что, показываю метку, вот она. Теперь нам нужны руины механизмы. Где они обитают? Вообще, на самом деле, их очень много даже здесь, в Сумеру, поэтому куда бы ни попали, мы, скорее всего, их найдем. Давайте вот сюда. Но там, скорее всего, опять же, это три разных вида. Сейчас найдем, сейчас найдем. Вот, смотрите, один есть. Уху! Так, а как мне интересно с Невилетом-то? Можно попасть тебе? Да, можно, смотрите.
идеально. Но у нас, опять же, три вида. Это надо постараться найти. На показываю место вот здесь вот. А, дальше. Дальше. Где они могут обитать? Ну, давайте вот сюда, на этот телепорт. Только потом, если окажется, что есть подсказка в этом событии и покажут конкретно, где находятся они, то это будет вообще просто шедевр. Да уж, ладно, у меня есть одно кое-что. Есть одно место, есть одно место. Такс. А, Инадзума, ребята, Инадзума. Летим вот к этому телепорту. Там мехи ходят, я помню. Это будет еще один, кстати, вид. 100%. Может, там, кстати, два вида увидим. Этого. Во! А это, кстати, другой вид, да? Там был дракон, а этот уже другой летающий. А внизу, кстати, мы находим еще толпу у механизмов. Да, точно. Идеальное место. Я показываю еще раз место, где это находится. Вот здесь-то. Будет защита, да? Есть. Теперь. Сейчас найдем их. Они тут втроем ходят. Вон они, смотрите. Идеально. Ну что, эти последние, по-моему, ребята. Не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. Обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые найдете в описании к этому видео. Так, давайте откроем менюшку. Да, все есть, всех нашли. На этом все, увидимся, пока.